Okay. По словарю я предлагала делать 10-минутный, там, 5-минутный квиз. Нет, даже 10-минутный. Ну, квиз. У нас сегодня это все предусмотрено, так что не волнуйтесь, давайте начнем. Я думаю, Екатерина у нас давно не читала вступительную мантру. Да. Кать, тебя не слышно. А, нет, микрофон этот... отключен. Микрофон, да. Слышно? Теперь да. Да, слышно. Все, давайте, да, я дам видео. Саши пуки джокшин эток трам Рира блинщин деген пали Санге шинкту микте уварги Джоку нам дакшин га чупар шо Идам гуру ратна мандала камнир ята ями Санге чудан цоки чок нам ла Чанчу парду датни кепсу чи Таки джинсен гипес нам ки Чола пенчир санге трупар шо Санге чудан цоки чок нам ла Чанчу парду датни кепсу чи Даки джинсен гипес нам ки Чола пенчир санге чупар шо Санге чудан цоки чок нам ла Чанчу парду дакни кепсу чи Даки джинсен гипес нам ки Чола пенчир санге чупар шо Спасибо. Давайте приступать. У нас с вами, мы не закончили задание. У нас был перевод и переделка предложений по инструкции. Ну, или вот как Айжан предлагает, мы можем начать со словаря. Или словарь потом. Мое предложение было на каждом уроке 5 минут делать обзор словаря. Просто каждый из книги, каждый называет три слова, кто знает, выкрикивает. Алексей нам дает всем фору. Если никто не отвечает, он отвечает, и мы просто повторяем за ним, и все. Ну, смотрите, у меня есть... Ладно, про словарь мы заговорили. У меня есть, ну давайте потом все-таки к этому перейдем, это типа завершающее будет у нас такое занятие. А сейчас давайте, ну если вы не против, то продолжим то упражнение. Давайте. Да. Я сейчас включаю просмотр экрана. Угу. Вот. Ну, с этим словарем я подумала, если мы так будем на каждом уроке 5 минут уделять. Ну да, это полезно. К десятому уроку какие-нибудь слова добавим. Так, по-моему, мы на четвертом остановились. Да? Давайте начнем с Екатерины. Так, давайте. Так, чуть тогда, правильно? Не знаю, была какая-то буква. Ну, сверху что? Основная буква, да? Или это надписная? Надписная. Ла. Ла. Алха. Угу. Молхаса. Господи, это же лхаса. Отлично. Ну, да. Молхаса ла. Кьепа, кьепаре. Да. Мол хаса, хасала, мо это она, родилась в хасе, кьепаре. Да, отлично. Теперь смотрим задание. Вам видно? Да, видно. Google, ой, то есть браузер. Да. Сейчас. Открытый вопрос. С вопросительным словом. Да? Угу.
Ой, а верните, пожалуйста. С открытым. Где она? По-моему, было это у нас. Да, мне кажется, Юля делала. Я пересматривала только задание. Ну, давайте скажем тогда, где. Вот только я не помню, где будет где. Я знаю, когда. Хапар. Хапар. А. Кому мо хапар мо хапар кепаре. Угу, да, отлично. Дальше, пожалуйста, Айжан, пятое. Нима, нима, нима же, да? Нима ку, куче, куп, купкия, купкия кангла, конгла, нет, кангла десон. Так, кангла, ним, кажется, я его делала. Нима сидит на стульчике, да? А время? А, прошедшее? Сон? Ну, прошедшее или как-то тестим... Да, да, прошедшее подтвердительное, да, мы это называли. Тестимониал. Тестимониал, да, свидетельство. Угу. А, и что я должна с ним делать? Ну, значит, Нима сел на стул. А, Нима сел на стул, да. Угу. И что с ним надо делать, сейчас мы узнаем. Почтительный стиль. О, Господи. Нимала. Отличное начало. Купкия. А, я не помню, как купкия вежливая. Или не... Ой, я тоже не помню. Я. А кто помнит? Да, кто помнит? Вот словарь пошел. Шапкия. 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 О, точно. Шапкия. Окей. Нимала шапкия кангла. Тут, наверное. А десон. Он так и будет, десон? Щук. Да? Щуксон. 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 Достопочтенный Нима уселся на свое... На свой стул. Сиденье, да. Хорошо, спасибо. Дальше, пожалуйста, Катерина Калита. А, Катя, привет. Добро пожаловать. Здрасте. Так. Трол кар, дрол кар, лоб, лоб трар, йонг пахре. Так, дрол кар, лоб трар в школе, дрол кар в школе, йонг паре. Йонг, приходить. Ага, йонг, дрол кар пришел в школу. Как? А сейчас, я время гляну. Это изъявительное наклонение, да? Ну да. Ну, рот. Дрелкар, это кто? Она пришла в школу. Вот. Теперь мы строим отрицание. Окей. Так. Дрелкар. Дрелкар. Лоптрар. Отрицание. Сейчас. Сто двадцать девять. Страница 129. 129. У меня где-то на телефоне книжка. Кто поможет? Помогите, я сейчас запрыгну на телефон. А что нужно? Отрицательное. Йонг паре. Йонг паре. Майонг паре? Да. Майонг паре? Майонг паре. Да, отлично. Я вспоминаю, что, кажется, мы действительно уже это проходили. Да, и маму, но... вот это вот мы делали, маму пельмешки. Там да, значит, что дальше? Вот это делали, Диана, Кла. Угу. Ну, давайте отсюда. Это у нас Юля, значит.
Моранла, Кьянакла, Джокмо, Манпо, Чумпаре. У нее я их путаю в Китае, да? В Китае. Бианак, да. В Китае очень много подруг. Было много подруг или стало Чунг? Стало, я думаю, стало много, поскольку подруг. Это как это перфект, в смысле, завершенное действие в прошлом. Стало много подруг. Что с ним сделать? Почтительный стиль. Сейчас. Моран ла так и будет. Да? Нет? Нет. Кон. А, кон, да. Кон. Кон ла, янак ла, джок мо манпо. Ну, я думаю... А Чунг, наверное, так и будет. Чунг, да, или? Вроде бы... Ну, там вроде по нашей этого. Информации никаких больше других тут слов нет. Не должно быть. Угу. Хорошо. Спасибо. Дальше Айжан. Девятая. Мала, кейса, деп... Нет, деп... Правильно? Да. Деп... Тепсар? Нет, тепсарпа чу сум чум. Туксум. Туксум. Окей, туксум чум. Чуксум. Чук. Чук. Чуксум. Да, я вроде чуксум сказал. Или что я сказала? Ладно, чуксум чум. У меня... Кеса вчера, нет, или сегодня? Да. Вчера. Книги какие-то, да? Теп. Угу. Сарпо. Сарпа. Сарпа. Блин, аджектив какой-то. Ну, лосар мы только говорили. Год, да, лосар. Новые. Да, новый год, лосар. Новый чусум 30... Да, чусун 3. Не совсем. 13, да, чусун. А, 13. У меня 13 новых книг. Что? Чун. Есть, не знаю. Вчера. Было. Появилось. Появилось, да. У меня вчера появилось 13 книг. Хорошо, как мы переделаем, сейчас узнаем. Открытый вопрос с вопросительным словом. Так. Когда или сколько? Или что? Или у кого? Ну ладно. Или почему? Нангла, кеса... Каре, да? Угу. Чего, 13 появилось, что ли? Ну, да. Нет, можно, ну, 13, конечно, мы не говорим. У меня вчера что появилось? Угу. Нала, кеса. Нала. 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 Кеса. Керан. Чун. Каре. А, каре чун. Угу. Хорошо, спасибо. И десятое. Опять вернулись к Екатерине. Так, джокпо. Джокпо ди. Ой, я, наверное, ошибся. Джокпаж, да? Джокпа. Джокпа ди джапа. Як. Шепаре. Рокпа. Это кочевник. Этот кочевник. Трапа як встал.
кем он стал, я какой-то, что хороший, по-моему, да? Mm-hmm. Хорошим монахом? Mm-hmm. Да, хорошим монахом. Mm-hmm. Да, прекрасно. Опять открытый вопрос. Ну, давайте. Так, кем он стал, это я точно не скажу. А, тоже позже Дхара? Ну, это чем? А кем? Су. Су. Угу. Кто стал? А кем он стал? Да, нет, сейчас. Нет, кто стал или кем стал? А, кто стал? Так, как сейчас правильно сказать? Ладно. Тракпа. Тракпа Ди. Су. Су Чен Паре. Че Паре. Че Паре. Угу. Да, хорошо. Правильно? Да, прекрасно. Видишь? Теперь переходим к следующему упражнению. И у нас сейчас на очереди Юля, по-моему. Переведите просто. Касан Лин Кей Нанла Мэ Ми. Так. Так, это у нас десятка тысяч, да? Чик три. Три, да? Нет, да. Чик три. Как тебе она? Чик три. Тон ни. Или не тон, чик три. Ни тон, или... Ни тон. Тон чак ни. Тон чак ни, или не тон. Кьяме. Сум. Сумчусо. На? Да. Депаре. Да, отлично. Вчера в парке. Депаре. Так, депаре это пришло, да? Или можно сказать пришли? Очень просто. Были. Были. Было. 12 035 человек. Угу. Да, служба статистики информирует. Хорошо. Дальше, пожалуйста, Екатерина Калита. Так. Манка, Манканг. Менканг. Это больница. А, Менканг. Менканг. Дир. Труку. О, капец. 8604. Ага. Значит, 8000. Ге тонг, трук, гья, а ноль не помню как, не надо его вообще можно называть. Сказать чуме. Чуме? Десятков нет. Ага, чуме. Надо записать, что мы. Так, и... Оно у нас записано на странице 133. Да, в конце, что мы. Угу. Десятков нет. И последнее у нас 4, да? Угу. На. Нет, это 5. А, ши. Sorry. Ши, дальше. Кие паре. Угу. Давайте еще раз повторим число. Число. Повторите еще раз, пожалуйста, чтобы закрепить. Окей. Кие тон. Трук. Я. Тюме.
Последняя ши. Так, я пары. Значит, в больнице, в этой больнице труку, такое знакомое слово, труку. Дети. Дети. А, дети. Божечка, совсем забыла. Дети. Дети или ребенок? Ну, а что дальше у нас стоит? Ага, дети. Окей, понятно. 8604. Кепа. Кепа. Что такое кепа? Родились. Угу. Значит, в больнице родилось 1604 ребенка. 8604. Хорошо, спасибо. Дальше Айжан, пожалуйста. Пу 27, да, это? Угу. Я прошу прощения, а есть вот эти вот глаголы где-то, чтобы их почитать? Или они здесь это есть? Прошу. Конечно, они есть у нас в учебнике. Пу на странице 127, Катерина. Спасибо. Пуничу-ца-тру? Правильно? Нишу? Нишу-дун. Ца? Нишу-дун. Нишу-ца-дун. Пу-нишу-ца-дун. Те-цо-ло. Нон. Нон-мар. Лоб-трава. Пух, да, 27 детей или мальчиков? А мальчиков? Мальчиков. Ло. Лосар. Ло. А? Лосар. У нас только мы говорили сегодня. Ну, поздравляли год. Друг друга. Ну, вот это год, это я знаю, вот это не могу понять. Вот. Мьянма. Мьянмар. 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 Прошлый. Прошлый. Угу. Прошлом. Лоб-трава. Ученики. Угу. Чаксон. Они в прошлом были учениками, что ли? Стали. В прошлом году они учениками, совершилось действие. Ага, стали. Стали, да. Те 27 мальчиков в прошлом году стали учениками. Угу. Хорошо, спасибо. Екатерина, по-моему, да? Сейчас на очереди. Дава, дава данг. Церанг. Церинг. Церинг, да. Это мы еще не учили, но прочитать можно. Кье? Ги. А, ги. Ринги. Нар. Нар. Гарпхю. Пхюги. Пхюги. Ньёк. Боже. Ньёк-тре. Ньёк-тре. Ньоктре, корта. Как? Лапсон, да? Лапсон. Лапсон. Да, лап – это говорить или рассказывать. Лапсон. Да, остальное вы, по идее, должны знать. Ага, дава и цринг. Нар. Мне. Угу. Ну, или с этого давайте начнем. Или с этого даже. Я до конца не вижу предложения. А, не видно? Вот, так, сейчас так видно. Видно? Да, вот сейчас видно. А, вы же говорите, у меня все на экране было.
У нас все тоже видно. У тебя что-то закрывает, наверное. У меня закрываете вы. Термина. Так, так, что-то я здесь вообще запуталась. Давайте так. Давай, Церин. Давай, Церин. Нар. Мне. Мне. Дальше Лапсон. Лапсон. Сказали. Сказали. А кор. Кор. Ты не знаешь, что такое кор. Оп, это да? Предлог, этом. Да. Оп. Кор. О. Это предлог. Оп. Нёктра. Нёктра. У нас было в примерах это было, слово. Было нёктра. Проблемы, по-моему. Проблемы, да. О проблемах в Тибет. Какие? Тибетский язык, да? Тибета. Тибета. Какие? Тибетские проблемы. Тибета. Тибет. Тибета. Ти. Проблемы. Угу. А, рассказали о проблемах Тибета. Хорошо, спасибо. Дальше Юля у нас, да? Кой окма чу шипа касан кепаре. Кой окма. Так, его... Окма, это что-то родственники, да, окма? Не тетя? Бабушка, нет? Бабушка, по-моему. Да? Окма, это младшая сестра или брат? Ага. Все мимо. Так. А, окма. Господи, я никак не могу сообразить, что это значит. Все, я вспомнил. Вспомнил, что я хотел сказать. Давайте. Ладно. Чу шипа. Так, его младшая сестра чу шипа. Чу это ж 10, а шипа это как четвертый. Угу. А вместе? 14. Угу. Вчера кепаре родилась. Угу. Кепаре. Ага. Ну, в общем, у него родилась 14-я сестра, да, младшая? Почекай. Ну, или брат. Или и то, и другое. То есть, или брат, или сестра. Ну, как бы, слово-то означает одно и то же. Это одной младший брат, или это может быть там двоюродный племянник? Ну, по нашему словарю написано только brother or sister. Ага, родной. Ну, ладно. Хорошо. Ну, давайте. Так, кто дальше у нас? Катерина Калита, 6-е. Лоптра. Видно все предложение? Да, да, видно. Лоптра, чемпо, дей, ге. Ган, ми, геген, геген, угу, геген, ни, шу, это шу, нишу, 20, нишу, спасибо, нишу, цо. Ца. Ца. Дюн. Дюнпа. Чакпаре. Чакпаре. Можно им котики свои мои кормить? Так, этого чак я не нашла. Ага, чак есть в этом, да? Стали. Да. Стали чак? Да, становиться. Это ж у нас грамматика нынешнего урока. Прошедшее время, совершенный вид. Я или просто чак, не найду или... слово чак. Это глаголы, Катя. Да, я понимаю, что это глаголы. Я скажу. 130-я страница. Страница 130.
Я что-то плаваю вообще, не пойму даже, где найти. Так, 130. 130 A там посередине. A, essential statements. Угу. Это просто в упражнении надо запоминать эти слова, да? Ну, как бы, это в грамматике, как построить прошедшее время. И ладно, вот я вам даю на это пример. Спасибо, я просто с английским не дружу пока. Так, ладно. Ну, в общем, становиться. Я поняла. Становиться, все, спасибо. У меня шестой этап. Лоптра Ченпо. Лоптра – это студент, Ченпо – большой. У этого большого студента? Или... Нет. Нет. Как ой, не у студент? Этого, родительный падеж. А Лоптра – это школа. Большая mm-hmm. школа, Лоптрава студент, да? Кстати, университет, и вот я сегодня только читал, там забегал вперед, читал какой-то там урок, 12-й, кажется, и Лоптра Ченмо – это университет. Большая школа. Да, но Ченмо. Вот. А Лоптра Чунчун – это начальная школа. Есть еще средняя школа, Лоптра Джинва. Колледж типа там, не знаю, как это? Вот, но получается, я уже сейчас смотрю на то, что я в примерах написал на прошлый урок, и думаю, а я не написал ли случайно университет? Но получается, что нет, все-таки просто большая школа. Это этой большой школы... А, Геген, боже. Учитель. Нишу. Это 20. Что там нишу было? 20. 7. Да. Угу. 27. Дюнпа. Дюнпа 27. Нет. Чего? 27-й, да, па? Тогда вы. А, это частичка какая-то, да. А, порядковый. Порядковый числительный. Ага, угу. Значит, 27-й угу. Стал. Угу. И что получается? Учителем этой, вернее, этой большой школы учителем стал 27-й. А почему же 27-й стал? На каком у нас месте должно стоять подлежащее, если оно не пропущено? 27-й. Подлежащее, учитель на первом месте. А оно стоит на первом месте? Нет. Значит, это не подлежащее. И 27-й тоже не подлежащее. Так, значит, школа, большая школа. Ну, так она в родительном падеже получается, да? А, ну, родительный да. падеж относится к Гегену, да? Да. Точно. Большая школа. Нет, вы почти правильно все перевели. Да? Да. Вопрос только в том, кто кем стал. Ну, давайте уберем вот это уберем. Окей. Переводите, что осталось. Учитель 27-й стал. 27-й учитель стал. 27-й учитель стал. Кто стал? Я? Или кто там? Нет, не я. Чак паре. Чак паре. Чак паре. Это что, я? Нет. Нет. Он или... Он. Или, да. Он или она. Он стал... А, 20. И что получается? Это всегда к третьему лицу? Паре.
Ну, если паре, то, ну, может быть, второе лицо, но вряд ли мы бы кому-то стали рассказывать о том, что он стал 27-м учителем. Или, во всяком случае, вы сказали бы «кьеран». Мы сказали, ты стал 27-м учителем. Кроме того, паре... ну ладно, нет, ничего, не обращайте внимания. Ну, короче, по умолчанию, если паре и если пропущено подлежащее, то, естественно, это третье лицо. Ага, окей. Значит, он стал 27-м учителем этой большой школы. Угу, отлично. Пожалуйста, Айжан. Ой, Гиакар... Правильно? Ягарпа? Ягарпа? Ягарва. Ягарва. Ягарва – это индиец или китаец? Индиец. Почему мы их путаем? Короче, индийцы даже. Ягарва цэ. Ячачик. Ячачик. Ша-тук. Ша-так, это всего лишь. Ша-так, ага. Ша-так, нам-па-решак. Так, китайцев, то есть индийцев, прошу прощения. Индийцев, ча-ча-чик. 80? 81? Я, это что? 100. А ча? Ча, не помню, что такое. Часть. Процент, да? Часть. Процент, да. Так, 100%, да? Нет, сколько процентов? 100. Один. 1%. 1%, ага, 1%. Ты сказал, счета всего лишь. Всего лишь нампа. Решапа. Нянпа. Нангпа. Ду? Нангпа. Не помнишь, Айжан? Блин, знакомо. Нангпа. Нангпа и че? Буддийцы? Угу. Только 1% индийцев буддийцы? Буддисты. Угу. Оказывается. Оказывается. Да. Решак. Оказывается, всего лишь 1% индийцев буддисты. Да, я помню, что нангпа буддист – это внутренняя религия. Да. Хорошо, так, спасибо. И мы переходим к заданию на проверку вашего владения словарем. Будем, смотрите, мы с вами делимся на две команды. Я не считаюсь, хотя я не все знаю. Значит, у нас будет команда номер один. Это Айжан и Екатерина Цанава. Uh-huh. А команда номер два – это будет Катерина Калита и Юля Жуко. И мы с вами будем переводить последний... Ну, поскольку, в общем, я тут включил вот этот рандомный список, я буду нажимать, и будем переводить последнее слово, ближайшее к... Ну, в самое нижнее. Вот. И будем набирать баллы. Если кто-то может сказать слово не только непосредственный перевод, но и в другом стиле, там, почтительном, или наоборот, в разговорном, или литературное слово, если оно отличается от нашего обычного, то плюс один балл. Но я буду гнать вас побыстрее, чтобы вы не расхолаживались. Ну, поехали. Группа номер один – это Айжан и Екатерина. Боже. Рисунок. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая группа, есть вариант? Римо. Да, вторая группа получает Римо. Один балл. Римо. Так, вторая группа. Вторая группа, папа, почтительный. Папа, пала. О, отлично, сразу два балла. Молодцы. Читаем, первая группа. Нямпо. Угу. Что это? Раз,
два, три, четыре. Есть версии, нету. А вторая группа? Красивый, что интересный, что-то такое. Интересный было, интересный. Нет. Вместе, нет, вместе. О, да, Юля спасла ситуацию. Вторая группа. Зеленый. Зеленый. Чагу. Чунгу. Чунгу. Чунгу или Чангу. Чангу. Да, прозвучал правильно. Повторите, пожалуйста. Чангу. Чангу. Первая группа. Читаем. Ня, рыба. Да, о, открыли счет. Да. Ладно. Читаем, вторая группа. Нижняя, да? Нижняя. Нама. Нама. Угу. Что означает? Раз. Я? Два. Нет. Она? Нет. Четыре. Не, не знаю. Пять. Да. Первая группа. Версии. Был вариант этого слова сегодня. Мама. Это значит раньше. А, да, у меня. Так, какая группа? А первая группа. Члены семьи или семья? Можно словарь задать? Ну, нежелательно. Два, три, четыре. Внутренние люди. Вторая группа. Ми какие-то. Ми какие-то. Внутренние. Нам ми, не знаю. О, ладно, Айжан, так и будет. Засчитаем. Нам ми. Нам ми. Нет, я в словаре не посмотрела. Да. Я просто внутренние и чьи. Вторая группа, ясный. Ясно. Селпо. Нет. Селпо. Ребенок почтительная. Первая группа. Так, пу, чук, было труп, труппу, труппа. Ава. Ава. А? Ава. Ава. Еще какие-нибудь варианты хотите назвать? Пу, пугу, труку. О, отлично, сразу три балла. Ава. Читаем. Пу, насекомое. Нет, 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 последнее. Три. Три. Рядом, да? Трила. Да, да. Хорошо. Айжан, Екатерина? О, Д. Находиться, стоять. Глагол какой-то, да. Да, да, да. Правильно. Быть, находиться, сидеть. Сидеть, сидеть, да. Еще варианты? Этого же слова? Почтительное было какое-то. Щук было. Щук. Да, щук, хорошо. Да. Так. А, вторая группа. Читаем последнее. Чепа. Еще раз. Чева. Чева. Ман, чева. Чева. Много, да? Чева. Ман, чева. Нет, это не то. А, чева. Чева. Ман. Числительное. Раз. Миллион, нет. Нет. Четыре. Пять. Первая группа. 10 миллионов. 10 миллионов. Нет. Одна. 10 миллионов, правильно? Да. Ага. Младший брат на литературном. Айжан и Екатерина. Нет, с родственниками все печально. На литературном они похожи на другие слова, только без придыхания. Пу, не знаю. В смысле, какие другие? Знаете? Ну, на очень знакомые слова, ладно. Да. Вторая группа. Можно похоже посмотреть на большой чола, и маленький. Чола. А, чунгмо там было, по-моему, чунг, да? Чунг. Как? Чунг, еще раз, Екатерина. Чунгшо, брат. Угу, да, чунг, хорошо, да. Еще варианты этого слова? Младший, Янга, Чунгпо. Чунгмо, нет? Это сестра это, младшая. Это сестра. Вот сестра, получается. Вола. Че, Вола, что? Да. Вола. А Вола. Младший брат или сестра?
Хорошо, дальше едем. Какая группа? Я уже запутался. Это была вторая у нас сейчас. Сейчас вторая, хорошо. Вторая отвечает. Возле. Так, возле. Три? Трила, нет? Да. Первая группа. Чап. Да. Айжан, тебе сразу говорю, что это не пиво. Хотя и похоже. Чап. Чап. Не знаю. Вторая группа. Вторая группа. Я не знаю даже, где посмотреть. Почтительного слова, почтительного стиля слова. Чап. Чай, не знаю. А, вода, что ли? Вода. Чу. А я вот думала про чу. Но я не знаю почтительный. Окей. Так, Айжан у нас в меньшинстве осталось. В смысле? О, Катя, тогда Алексей со мной, да, такая. Давайте ваша вторая группа. Ну, давайте. Айжан просто будет больше времени. Племянник, внук. Внук. Это кто? Это Грант, да? Раз, два, это мы сейчас или кто? Да, это вы. Айжан еще. А, Цава. А я отвечаю? А что, нет? Нет, я же... А да, на ты... прошлое ты отвечала? Не-не-не, правильно. Да, я же... Ну, давайте еще раз. Екатерина и Айжан. А давайте переменим слово, потому что уже прозвучало правильное. Ну, мы, короче, все немножко запутали. Правильно, Цао. Дальше давайте еще раз, как бы где-то не засчитывается, Айжан и Екатерина. Цао. Вот читайте то, что сейчас там последние. Сэ? Читайте. Сэ читаете это? Почему сэ? Ну, потому что СР, и там Р не читается, читается С. Са. Са. Се. Се, считается, да. Се, без понятия. Тоже родственники? Да. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Все, вторая группа. Подсказка. В Писании попадаются гелсе. Кто это? Гелсе – это принцесса. Нет? Ну почему гел се принцесса, если се это мужской род? А, Будда гел се король. Бодхисаттва. Бодхисаттва. Сергей, ну не надо. Не отвлекай. Ладно, никто не знает. Се это сын. А. ГЛС – это сын Рентан, победителя. Пожалуйста, иди. А, Пу-се. Окей, нашла. Говори. Дальше вторая группа. Ой, что это? Какое слово? А вот сверху нажми на стих. Вот. Где он у меня? Не там. Вот где он рядом. А, все. Да, все. Извините. Еще раз. Давай. Да что ж это такое? Могу щон-щон подумать. Может, что? Как бы... Да что это из меня вылазит? Тут? Может, он может, бесплатная версия закончилась, поэтому вылазит? Может. Да нужно перезагрузить просто этот браузер. Максим. А, вот. Появилась. Вторая группа, да? Да. Читаем. Нил, да? Нил. Нил. Такой знакомый. Что-то да, но... Желаю, чтобы у вас этого было много.
новом году. Здоровье какое-то, что ли? С деньги. Ну, деньги. Тут не о том речь. А? Деньги. Деньги. Да. Ну, да, деньги. А у нас оно уже было, да? В этой книге. Оно у нас было в упражнениях, в примерах. Угу. Ну, что же это такое? Деньги. Хочется. Я вообще отрублю. Уже давно хотел это сделать. Ну, в смысле, не очень давно. Так, наша очередь, да? Нет? О. Да, первая группа. Дочь почтительная. Угу. Первая группа это мы же, да? Да. Обычно. Если сын, Сэму какой-нибудь. Саму. Угу. Да. А, вот пу, сэ. Вторая группа. Сэму. Сэму. Ло. Так уже прозвучало, я уже засчитал. Ло. Второй вот ваш. Ло, да. Угу. Боже. Пачик, первая мачик. Группа. Пачик, пачик, мачик. Один папа, один мама. Знакомая. Это, по-моему, брат и сестра. Сестра? Да, да, брат или сестра, дети одних родителей. Да, брат или сестра, да. Угу. Дальше. Младший брат был уже. Мама, вторая группа. Вам Амала. Или... Амала. Амала. Еще один мама. Вариант, может, вспомните. Ама. Еще? Ама, амала. Ну, два балла у вас есть. Юм была еще. Юм, да. Юм. Да. Да. В писаниях юм. Чужая мама, да? Чего? Юм первую группу записал. Угу. Первая группа? Линкор парк, нет? Угу. Ладно, вот это обхождение святых мест. Не знаю, как паломничество. Да, да, правильно. Паломничество. Ну, называйте вторая группа. Пачик-мачик. Да-да-да, пачик-мачик. Хорошо. Пачик-мачик. Нангла, не знаю. Да. А, блин, теперь мы еще на тибетский должны переводить. Вообще пипец. Это уже только что называли. Вторая группа, вам везет. Юм. Угу. А, это мы? Да. Первая группа тоже у вас была. Ауа, ауа, это почтительный ребенок. Ребенок. Да, хорошо. Вторая группа. Палок. И может еще добавите что-то? Яп. Яп. Нет. Кто сказал яп? Я сказала, но я читаю из слова этой из книжки. Яп. Яп. Понятно. Первая группа, да? Сейчас. Это что такое? Сэма? Да, я бы не вспомнил это слово, если бы не готовился. Сэма. Сэма. Промана? Сэма. Это как? Ну, хорошая попытка, но нет. Не та Сэма? Нет, не та. Там в примерах у женщины это было. Сэма, что у женщины было? Не знаю. Ладно, никто не вспомнит, наверное. Mm-hmm. Двойня. Твинс. Было такое, да. Вторая группа. Пугу. Другу. Ава. Угу, хорошо. Бала. Да? Что? Да? Правильно? Щуклин. Угу. Щуклин. Не садится, щуплень. Так, давайте. Раз, два, три, вторая группа. Это линка, это парк, а щуплень это, по-моему, гонорифик форм, да? Парк. Да, да. Классно. Хорошо. Класс. Вторая группа. Это легко. Мы сейчас? Да. Насекомое. Да. Угу, отлично. Букашка. Да, букашка.
Первая группа, ну, вам везет. Другу. Бугу. Чугу. Чугу. Ребенок опять. Да. Литературно. Угу. Да. Ой. Вторая группа. Кие. Кие – это рождаться, да? Кие. Да. Еще есть варианты? Рожать. Нет. А, в смысле вот этот... Уважительный? Уважительный. Не... Чунг, да? Чунг. Чунг. Кто первый сказал, кому засчитывать? Я прочитала. Ладно, победила дружба в этом вопросе. Мать была, зеленый был, рождаться только что было. Первая группа. Ими, да? А, Ями. Индиец. Или это китаец? Ну, что-нибудь одно из двух. Китаец, кажется. Потому что индиец там. Китаец, да. Индиец, да, китаец. И вторая группа? Ньонпа? Ньонпа. Ньонпа? Ньонпа. Ой, знакомые. Ньонпа. Ну, мы спрашивали, на ньон парепе? И отвечали, ньон па маре. Проблемы? Что там? А ньон па, да, проблемы. Проблемы. Все. Нет. Никто не помнит? Не знаю. Сумасшедший. А, я вот думала, хорошо. Надо было стал, ты сказал, то я бы вспомнила. Ньон па. Так, Чапа. Первая группа, да? Вчера. Ой, литературный. Кесар. Кесар. Как? Кесар. Первая. Кеса? Да, я литературный, я не помню. Кто-то это сказал. Касан. Хорошо, это по одному баллу. И последний. Кеса и Касан. Кеса, Касан. И вторая группа. Ой, я сегодня учила. Кья. Как? Кья. Право. Право, лево. Е. Я. Е. Е. Я. Е. 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 А, е. Е. Ну, хорошо. Давайте я быстренько... Нет, я вам хорошая напишу практика. Лучше в чат, чтобы ваше время не занимать. Хорошая практика, а пока все, давайте. Екатерина у нас читает. Сашипуки чукшин меток трам Рира блинкшин интеген пади Санге шинкту мильте умбарги Чокунам дакшингла чопаршо, идам гуру ратна мандала камнирьятаями. Кевади кевокун, сынам еще цирзокшин, сынам еще лечунгле, тампакуни чопаршо. Эй, Андрей! Ой, Андрей, говорю, Сергей, привет! Он растет. Сикастый такой, сикастый. Ну, мы сегодня ровно закончили все упражнения, поэтому на следующий урок начинаем теорию какого там? Восьмого. Восьмого урока. Да, восьмого урока. Но у нас же квиз будет все равно, да, по словарю, пять минут? Ну да, давай попробуем твой метод, который ты предложила. Ну и твой тоже работает. Это тоже классно, да. Да, просто пять минут буквально будем засекать, сколько успели, столько успели. Хорошо. Что значит квиз, это контрольная, да? Типа? Да, да, контрольная работа. Ну, это, надо слова учить. Делиться на команды просто. Каждый сам за себя.
Да. Нужно даже больше времени. Но там единственное, нужно, когда правильный ответ, чтобы мы все вместе один раз его повторили. И все. Ладно. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Чече. Чече. Джейон. Слух Джече. Пока-пока. Пока.